Друзья, всем привет! Добро пожаловать на техноблог гаджеты, ремонта, обзора, распаковки. Я Александр, в это видео хочу с вами поделиться результатами моего теста вот такого вот устройства, купленного моим зрителям и подписчикам Станиславом. Значит, устройство мне предоставлено на тест. Вот конкретно вопрос задан такой: может ли быть, что данный пауэрбэнк у нас имеет 30 тысяч мАч, как вот заявлено здесь производителем прямо на корпусе? Вот, я высказал серьезные сомнения по поводу данного пауэрбэнка. Он, конечно, красавец, у него такой дисплейчик, в принципе. Изначально, придя с завода, он был заряжен чуть меньше, чем на 75%. Ну, я думаю, как всегда, такие устройства обычно заряжены процентов на 60 по приходу. Вот, но, соответственно, Станислав верит, что здесь есть 30 тысяч мАч. Вот, я же очень сильно сомневаюсь. Вот, какие есть сомнения? Даже вот если элементарно взять весы. Так, сбросим. Значит, смотрите, вот у меня есть действительно 30-тысячный пауэрбэнк от Romas, вот такой вот бренд. Здесь действительно как бы практически 30 тысяч, достаточно неплохой пауэрбэнк. Так вот, он у нас весит с вами 680 грамм, ну 679. Да. Этот же пауэрбэнк весит у нас всего 200 грамм, то есть в 3 раза меньше. Соответственно, вот так по предварительным прикидкам, как мне кажется, здесь у нас будет около 10 тысяч мАч, где-то так. Вот. Почему еще я это думаю? Вот возьмем другой пауэрбэнк, у меня вот есть такой с баночками, с 18650. Вот. Ну, здесь около 2000 мАч в каждой баночке, всего их здесь 4 штуки. Ну, что-то около 10 тысяч, да? То же самое на вес проверяем. 279. То есть, вот этот пауэрбэнк очень близок к этому по весу. И, я так понимаю, по емкости. Соответственно, где-то около десятки здесь должно быть. Но, чтобы не быть голословными, мы, конечно же, проведем в этом видео тест. Сразу же после заставки, поэтому не переключайтесь. Итак, начинаем тестировать. Что нам для тестирования потребуется? Для тестирования я воспользуюсь вот таким USB-тестером. Ссылки, конечно, как на все оборудование, которое я показываю в своих видео, всегда в описании под видео. Вот, если вдруг чего-то не открывается или ссылочка устарела, в комментариях пишите. Всегда все обновляю, ссылочками делюсь. Соответственно, мы сейчас этот полностью заряженный Powerbank будем разряжать. Так, давайте посмотрим, что он нас выдает. Так, 5,1 вольта, понятное дело, 28 градусов. Все, в общем, он готов к тестированию. А разряжать мы его будем путем зарядки другого пауэрбэнка. Я не знаю, давайте к большой банке подключим, а вдруг здесь действительно окажется 30 тысяч. Надо же провести трушный тест, что называется, правдивый. Так, воспользуемся вот, естественно, таким кабелем. USB Type-C, да, в принципе, не суть важно. У Romas есть порты всех размеров. Так, сейчас. Так, ну и подключаем USB Type-C. Так, все, мы готовы к тесту. Включаем наш Powerbank. И вот у нас пошел, смотрите, заряд Romas пошел, он индицирует, что его заряжают. И наш тестер сейчас показывает, соответственно, параметры зарядки. Видите, да, 4,89 вольта у нас, 0,54 ампера при зарядке у нас. Время идет, ватты считаются. Ватт-часы считаются, миллиампер-часы считаются. Этот тестер у нас оснащен памятью, соответственно, показания не сбросится. Ждем, пока сейчас произойдет зарядка, и оцениваем показания. Так, ну что ж, друзья, подводим результаты. 25% мигают, то есть осталось уже совсем чуть-чуть. К сожалению, результат неутешительный. Всего около 5000 мАч я здесь насчитал, то есть он смог пауэрбэнк отдать. Вот вам и, собственно говоря, китайские пауэрбэнки нонеймы. То есть, если покупать, я всегда рекомендую что-нибудь, ну, чуть-чуть более поизвестнее. Ну, или Xiaomi, или вот, может быть, какие-то Romas, в принципе, тоже неплохо себя некоторые показывают. В общем, ну, результат, в общем-то, был предсказуем. Все, на этом я видео заканчиваю. Вас благодарю за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, делиться ссылками на видео и на канал с друзьями. Если видео помогло, не забываем нажать кнопку «Спасибо» под видео, либо зайти на канал, и там есть кнопочка «Доната». Ну и, конечно же, можно подписаться на канал. Здесь впереди у нас будет много всяких разных еще интересных видео.